В Кишиневе задержан мужчина, подозреваемый в торговле наркотическими веществами в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции. Согласно оперативной информации, 32-летний кишиневец является членом преступной группировки, специализирующейся на реализации наркотиков. Сотрудники полицейского инспектората Чокана надели наручники на правонарушителя в его же квартире. Здесь, собственно, и находилась торговая точка. Хозяин передавал покупателям товар через щель в двери или сбрасывал с балкона. Цена варьировала от 150 до 1200 леев в зависимости от типа наркотиков. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит до 15 лет тюремного заключения.